Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим про лимиты на переводы в Альфа-банке. Лимиты бывают в Альфа-банке разные. Бывают они разовые, то есть сколько можно отправить за один раз. Бывают дневные и бывают также еще и лимиты в один месяц. И зависят они от того, какая именно карта у клиента. Давайте разберем с вами абсолютно все случаи. Ну и начнем мы с вами сначала с переводов Альфа-банка на карты посторонних банков, то есть на карты, а не карт Альфа-банка. Так, ну что, и начнем мы именно с лимитов, сколько же можно отправить за один раз. Если у вас стандартная Альфа-карта, то можно отправить за один раз 200 тысяч рублей. Если карта премиум, то можно отправить 300 тысяч рублей. Если же Альфа-клуб, то 600 тысяч рублей. И все остальные виды карт 100 тысяч рублей. Это были разовые, то есть за один раз. Далее мы перейдем, сколько можно отправить за один день, то есть за одни сутки. И если у вас Альфа-карта, то можно отправить 500 тысяч рублей. Если карта премиум, то 1 миллион рублей. Альфа-клуб 1,5 миллиона рублей. И все остальные карты 200 тысяч рублей. Далее идет уже лимит на один месяц. Если у вас стандартная Альфа-карта, то можно отправлять до 2 миллионов рублей. Если премиум карта, до 3 миллионов рублей. Альфа-клуб также 3 миллиона рублей. И все остальные карты до 1,5 миллионов рублей. Ну а сейчас давайте разберем лимиты именно с карты Альфа-банк на карту Альфа-банка. Точно так же начнем мы с лимитов за один раз. Если у вас стандартная Альфа-карта, то можно отправлять 500 тысяч рублей, премиум 600 тысяч рублей, Альфа-клуб 600 тысяч рублей и все остальные карты 500 тысяч рублей. Далее переходим к лимитам за одни сутки, за один день. Если у вас стандартная Альфа-карта, то можно отправить 1,5 миллиона рублей. Премиум карта 2 миллиона рублей, Альфа-клуб 2 миллиона рублей и все остальные 1 миллион рублей. Ну и осталось нам разобрать, это лимиты на переводы за один месяц. Опять же, если стандартная Альфа-карта, то можно перевести до 3 миллионов рублей. Премиум также до 3 миллионов рублей и Альфа-клуб тоже 3 миллиона рублей. Все остальные карты максимум 2 миллиона рублей. То есть вот сколько много разных лимитов. Самое главное сначала определиться с типом вашей карты, ну и потом, конечно же, зависит, переводите вы на карту Альфа-банка, либо же на карту сторонних банков. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!